В этом году 7-я вечеринка брендов прошла под названием «А-ля Рус». Организаторы максимально зарядили гостей русским настроением и создали по-настоящему русскую атмосферу. Скоморохи, танцы, игры, блины с икрой, медведи, кони, настоящие русские гулянья и забавы. Что еще нужно настоящему русскому человеку? Сегодняшняя вечеринка, она просто обалденная, она суперовская. Я считаю, что эта вечеринка, это лучшая вечеринка в городе, которая происходит за целый год. То есть мне кажется, что каждый человек ждет эту вечеринку, и он готовится к ней. Мы русские люди, поэтому мы должны придерживаться наших традиций, наших устоев. Вечеринка, она самая значимая, она самая крутая в году. Пусть она будет, потому что только здесь мы можем смотреть в глаза друг другу, говорить то, что мы думаем, и завязывать отношения. И это замечательно. Здесь каждая компания имеет уникальную возможность не банально представить свои товары и услуги действительно избранным потребителям, пообщаться с коллегами, партнерами и просто отлично провести время. Хочу сказать огромное спасибо организаторам, то, что нас пригласили на эту вечеринку в качестве генерального партнера. Непосредственно наша цель была, чтобы рассказать предпринимателям города, которые здесь непосредственно присутствуют, кто мы такие и зачем мы им нужны. Сегодня увидела очень много интересных, красивых людей. Хотелось бы еще раз напомнить, что 2GIS – это в первую очередь помощник им в бизнесе, бесплатный справочник для их сотрудников, которые могут пользоваться ежедневно и может помочь им в решении бизнес-задач. Генеральный спонсор вечеринки брендов 2013 – бесплатный справочник организации с картой города. 2GIS – это полная и всегда актуальная информация о городе. Телефоны и адреса организаций, карта вашего города и его городов-спутников, маршруты городского транспорта и многое другое. Предприниматели поняли, что такое 2GIS. Все-таки это федеральный бренд, известен по всей России. Но в Смоленске мы только вот год будем отмечать, поэтому хотелось бы сказать, что все-таки 2GIS – это не просто справочник с карты, это все-таки крупнейший бренд, популярный по всей России. Вечеринка брендов принимает все больше новых друзей и деловых партнеров. Официальным спонсором в этом году выступает юридическое партнерство «Баринов Иванов Карпеченков». В августе этого года наша компания, юридическое партнерство «Баринов Иванов Карпеченков», празднует 10-летний юбилей. Мы посчитали, что вечеринка брендов – это то мероприятие, на котором стоит напомнить о себе, поскольку на ней собирается самое представительное бизнес-сообщество города Смоленска, и совместить приятное с полезным, поскольку здесь можно еще отлично отдохнуть. А также торговый центр европейского уровня на главной площади города-героя Смоленска. Лучшие магазины, известнейшие торговые марки, качественное обслуживание и множество услуг для покупателей. Все это торговый центр «Юнона». Мы рады быть официальным партнером вечеринки брендов 2013 года. И хотим сообщить, что в сентябре нам так же, как и городу, юбилей. И смолян и гостей города ждет много сюрпризов. Вечеринка брендов «А-ля Рус» никого не оставила равнодушным. Можно было прокатиться на квадроциклах или прогуляться на лошадях, полетать на воздушном шаре или поучаствовать в настоящих богатырских боях. Развлечения и русские народные забавы пришлись по душе каждому гостю. На самом деле понравилась именно такая раскрепощенная обстановка, которая в принципе каждый год и радует именно на вечеринке брендов. Но эта вечеринка запомнилась именно какой-то вот свободой, видимо, открытое пространство радует своими вот этими шашлыки, вот эта вот русская душа, свернуться-развернуться, как обычно. Да, что здорово. На принципе, русским людям. А-ля Рус, она, как вот правильно организаторы выбрали, что именно на медведи, воздушный шар, вот это все русская душа развернулась, как бы вот в тему. Вообще, я думаю, что беспроигрышное попадание, а-ля Рус – это беспроигрышное попадание в тему. Вечеринка получилась, и она лучше, чем в прошлом году. Хотя мы считали, что в прошлом году она была супер. А в этом году, говорят, еще супер. И вот из года в год, делая все лучше и лучше, я уже, честно говоря, сложно понять, а что же нам делать в следующем году. Гости вечера тоже думали над этим вопросом и предлагали свои варианты. Но какой вечеринка брендов предстанет перед нами снова, мы узнаем только в следующем году. Вероника Солоненко, Алексей Курцев, Алексей Дроздов. Новости 24, Смоленск.